Ксюша, поделись своими впечатлениями о соревнованиях «Спортвизор» открытое первенство по плаванию. Мне очень понравились соревнования, но мне не очень понравились мои результаты, которые я тут показала. Тренер сказал хорошо, но все равно не, мне кажется, не очень хорошо. Ну, занял все медали, много медалей на каждой дистанции. А как ты думаешь, что тебе помешало показать лучшие результаты на своих дистанциях? Мы просто работали до этих соревнований, до тренировок. И не успела там. А как вообще проходит тренировочный процесс? Ты устаешь на тренировках? Да. Очень сильно. Да. Чем тебе запомнились эти соревнования? Ну, тем, что много медалей получил. Показал хороший результат на дистанции 10 метров комплекса. Знакомился с многими людьми. А ты много ребят увидел, тех, с кем ты общаешься на портале «Спортвизор»? Да. Всех. А как думаешь, чего не хватает порталу «Спортвизор»? Не знаю, всего хватает. Тебя все устраивает. А перед заплывом ты сильно волновался? Ну да. А соперники твои? Не знаю. Сильные были? Или... Ну да. А кто у тебя самый основной соперник, по твоему мнению? Наверное, Микайлевич. Он 2003 года? Ну да. Ну, Дим, желаем тебе удачи. Ты наш рекордсмен. Мы ждем от тебя новых рекордов и хотим, чтобы ты добился высот в плавании и вообще в жизни. Спасибо тебе за интервью. Спасибо.